Ну, потому что без отношений, вот так просто приехал, послужил, уехал, это слишком мало. Нужны завязки. А завязки нужно общаться, кушать вместе, ходить, делиться не только откровениями, а какими-то своими вот жизненными моментами. И вот это хорошее было время, и во многом, мне кажется, оно будет, ну, как взаимоскрепляющие связи протянулись, уже мы неосознанно, ну, вот мы сами того не, вот мы сейчас тут в служении, у них вчера было, у нас сегодня. Но когда есть взаимоскрепляющие связи, неосознанно мы служим друг другу поддержкой. Вот просто, это не то, что давайте сейчас помолимся, мы можем не молиться, но из-за того, что мы в одном, вот как кровь в теле течет, и кровь служит всему телу. Какой-то орган сейчас работает на полную, а какой-то отдыхает. И вот это тело, оно за себя заботится. И поэтому, наверное, апостолы, они пребывали, не апостолы, церковь пребывала в учении апостолов и в общении, в преломлении хлеба, но говоря языком простым, кушали вместе. Не причастие делали, а кушали вместе. Ну и причастие делали во время еды. И в молитвах. И причем молитва поставлена после общения аж на четвертое место, да, а не на второе, как нам кажется. Потому что если нет согласия, какая молитва? Молитва вот такая и будет. Лебедь, рак и щука. А пойдут ли двое вместе, не что? Не сговорившись. Не сговорившись. Как нам согласиться? Надо поговорить. Вот с одним поговорил человек, и мы понял, вам не по пути, не надо даже пытаться что-то делать вместе. Бог же сказал, не впрягай там осла и кого там, и вола, да, в одну упряжку, и не паши на разных породах, потому что они будут мешать только друг другу. А с другим поговорил, понимаешь, да одни и те же откровения, чуть-чуть другими словами, одни и те же вещи Дух Святой открывает, и не надо договариваться, не надо договоров и бумаг подписывать. Ну, в общем, вчера там, конечно, было довольно такая, скажем, энергозатратное служение в плане, и мы в хвале там, и слово, оно потом, я, ну, верю, они записывали, оно будет. Сегодня немножко, возможно, попроще такое будет, потому что только вчера где-то я около часа ночи домой попал. Но Бог дает слово всегда, Он верен, Он нас любит, кормит. Вопрос первый в зал. Кто был одержимым бесами? Ну, ты просто вот переживал, что в тебе бесы живут. То есть, а кто получал освобождение? Вот такое прямо. Бля! Вот знаете, вот как бывает. То есть, мы вот как понимаем, одержимый человек. Помолите, что-то там уже внутри, что-то голоса. Ну, вот как, и мы понимаем, что как будто внутри сидит какой-то такой обезьянка такая. Ну, вот какой-то дух сидит. И так бывает же. То есть, я думаю, что в той или иной степени, ну, кто-то, понятно, кого-то не трясло, с него голоса не издавались, не рычали. Но мы понимаем, все вы понимаете, о чем вот об этом, об этой части, изгнание бесов. Изгоняли, слышали, видели, разное было. Где-то были бесы, где-то их не было бесов, а мы изгоняли, всякое было. Но заканчивается ли служение освобождения, изгнание бесов вот конкретно на вот таком моменте, когда ты за кого-то молишься, с него вот конкретно, ну, даже на физическом уровне что-то выходит? Изгнание, то есть сегодня вот хочу сказать то, что я чувствую, получил, это о прогрессивном изгнании бесов и прогрессивном освобождении. И вот как я был научен, я думаю, что большинство из вас также. Нам как бы вот так, ну, какое-то такое учение почему-то было. Есть изгнание бесов, а есть плоть. Нельзя распять беса, нельзя изгнать плоть, что на самом деле так. И как-то, нет, какие тут бесы, тут надо вот с плотью разобраться. А другой говорит, да хоть ты его консультируй, не консультируй, бесов ты можешь не консультировать, они не выйдут. И вот какое-то провели разделение между, ну как его назвать, умирание для себя, там, я не знаю, победа над плотью.
и бесы, как вот отдельный вид искусства в церкви. То есть изгнание бесов и плоть. И нам говорят, не надо это все смешивать. Есть, когда бесы, их надо выгнать. Когда плоть, ну здесь надо поднапрячься, кто-то постом там, да, кто-то какими-то усилиями над собой, кто-то консультацию идет, получает, кому-то мозги вправили, вот как бы победил. Но я хочу сказать, что из практики, из того, что я вижу, это очень тесно переплетено и вообще не существует одно без другого. Дела плоти без бесов не обходятся. То есть, где дела плоти, там бесы, как ты ни крути. Это для них единственный шанс двигаться через человека. Через человеческую вообще личность. Я не говорю верующую, неверующую. Кто говорит, что у верующих не может быть бесов, вы не видели просто их еще. Я не знаю, я видел верующих бесов. Я сам был верующим и чувствовал в себе духа, которого с меня изгнали в Москве. Я это пережил, как он вышел. А я был верующий уже и учился в библейской. И когда в библейской школе изгоняли бесов, там все верующие были, 600 человек. И из 500 изгоняли бесов из этих 600. Ну как это назвать? Не может жить в одном теле и Дух Святой, и бесы. Потому что мы представляем тело, как вот эту комнату. Вот какая-то комнатушка внутри меня есть, и там сидит Дух Святой. Вот как Женя на стульчике сидит. И, конечно, бесу как бы и негде сесть уже, да, Женя все занял. Но человек же это многоквартирный, многоэтажный небоскреб. В нем столько сфер, столько, как это, вот есть дно, когда много... Как их? Днов. Столько днов в человеке, что сам себе удивляешься. Думаешь, откуда во мне, где оно все лежало это? Ходишь такой святой, потом бац, откуда-то вылезло из тебя что-то не святое, и ты не понимаешь, где оно хранилось все это время, когда я под помазанием плясал и лежал, а это где-то лежало во мне при этом, спряталось. От тайных моих очисти меня. То есть Давид говорит, даже молится за какие-то грехи, которые говорит, я даже не понимаю. От умышленных удержи, от тайных очисти. Итак, я вижу, что также вот эти два процесса изгнания бесов или освобождения от влияния. То есть не всегда бесы живут в людях. Вот буквально, когда их надо там, вот это вот все. Но влияние и присутствие духов в человеке может быть. Доступ, место. Не давайте место, помните? Когда дается место, не обязательно он там с вещами приехал. Он может стоять и смердеть, стоять и вонять. А у тебя голова от этого болит. От его присутствия. Мы служение проводили на Буденного, первое наше, да, помните? Музыкальный, первый зал Школы Христа, ну, или второй. И там какие-то соседи, идет служение, соседи какие-то, это в частном секторе одноэтажная школа, и соседи стали жечь покрышки, представляете, от машин. И это все к нам, в окно. И как? Они ж не тут жгут, они, ну, рядышком. И Рыба Юзеф сказал, не обращайте внимания, это дьявол вышел и смердит. Закройте окна. Вот он смердит за окном, а жизни нет от этого. Итак, духи тесно завязаны на плоть человека. Что сказал Господь, как проклятие змею? Будешь есть прах. Прах – это плоть человека. Плоть человека создана из праха земного. Во все дни твои будешь ползать на брюки, есть прах. То есть он питается нашей плотью греховной. Дела плоти известны. Давайте заглянем, так обновим это. Это, по-моему, Галатам, да? Кто точно знает? Галатам, глава 5 примерно, если я еще при памяти. Давно что-то дела плоти не проверяли. Вот они известны, да? Да, 5 глава. Смотрите, дела плоти известны. И тут начинается прелюбодеяние, блуд. Ну, тут какие вопросы? Ну, это ж даже не обсуждается. Непотребство, да, нечистота. Ну, такое непонятное, что ты нечистый.
Ну, не, допустим, непотребство. Вот это уже такое вот, как сказать, то, что не так явно. А что значит непотребство? Да, дела, это дела плоти, это дела плоти, непотребство. Идолослужение, волшебство. Тут многие выдохнули, и фух, слава Богу, я хоть волшебством не занимаюсь уже давно. Потому что, ну, Библия говорит, что есть, ну, ладно, есть то, что хуже волшебства, непослушание, непокорность. Вражда, ссоры. И вот здесь уже, понимаете, вот блуд и ссоры. Вот блуд, да, а ссоры, ну, как бы, ну, поссорились, ну, что? То есть, если я, допустим, заблудил, ну, шел уже, ну, что теперь? Вы скажете, что поехал, что ли? А когда, я говорю, поссорились, ну, а это тоже дела плоти. Они в одном списке находятся, они не по списку лучше, хуже. Ссоры, зависть. Это ж вообще сплошь и рядом. Гнев. Вот ничего не сказал, не поссорился, но надулся. Дела плоти. В одном ряду с волшебством. Ты волшебник теперь. Гневный волшебник. Распри, разногласия даже. Представьте, разногласия. Это не ссора. Не сошлись. Вот. Настраивали вы звук, возникли разногласия. И мы по плоти здесь пребывали в разногласиях. Чуть-чуть гневались, да, при этом. Совсем немножко поссорились, да? Немножко. Соблазны. Кто-то соблазнился, при этом зашел новый в зал, видит, музыканты ссорятся. Да везде, скажем так, на репетициях просто люди, вот они смотрят вот это вот все, запись там, да? На репетиции надо ходить, чтобы увидеть духовность. А там можно такие услышать иногда. Значит, ереси, ненависть, убийство. Кстати, убийство вообще в списке внизу после ссор, вражд. Убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное – предварял вас, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть дела плоти – это не только какие-то такие жесткие откровенные грехи, убийства, там, пьянство. Это вот, всякое, и дьявол этим питается. А как ему питаться? Он приходит это покушать, то есть он лично, ну как бы, не где-то там мы ему отсылаем по почте это. Он приходит покушать лично. Соответственно, плоть – это рельсы, рельсы для бесов, дела плоти наши. Говорят, вот мы как бы все совершенные, ну все уже как бы Иисус вроде как совершил, и мы новое творение, совершенное, все древнее прошло, старое наше умерло. Ну давайте честно скажем, наверное, мы что-то не то поняли, потому что смотришь на практическую жизнь и понимаешь, да не умерло еще оно. Хватает еще, в себе самом это постоянно видишь, в других так подавно. Думаешь, как это новая тварь, хорошо, что тварь, да, хоть и новая, но тварь, вот, акцент на тварь все-таки. Поступаешь, как новая тварь ты просто, брат. Сестра, да, какая же ты тварь новая. То есть это все очень переплетено. Вот изгнание, вот освобождение от бесов и победа над плотью. Потому что это суть, один механизм. Эти шестереночки крутят друг друга постоянно. Что нужно бесам, чтобы я жил по плоти? И они будут все это подливать масло в огонь, искушать, подсказывать, людей подсылать, чтобы ты по плоти жил. Живу по плоти, им еще больше могут они кушать. То есть как ты кушаешь? Мы вот были в этой, как его, с Ромой, значит, с Ромой, с братом, с Липецка. Мы же нормальные мужчины, мы ели мясо все время и везде.
Вот где зашли, мы брали, там такие мачете приносили. Говорит, мачете. Представляете, мачете из говядины. Ну, там на фотографии такое, как шаурма. Вот такие вот сабли принесли, а на саблях мясо лежит вот такое. И мы, и у Ромы мачете такая, из курицы только, у меня из говядины. Это все должно вот сюда попасть? Ну, по чуть-чуть, по слово за слово, мачете съедено. А потом мы попали в эту, как его, в гости, а там вегетарианцы, представляете? Семья верующая, но мы когда сели за стол, я что-то стал подозревать странное. Вот знаете, такое чувство, как будто вот тебе накрывают, накрывают, а потом внесут там какую-то курицу или шашлык. Ну вот основное, тебе салатиками как бы тебя разгоняют, а потом вот главное блюдо. А нету главного блюда. Это все. И вот мы ели-ели. Вкусно, конечно, кто умеет без мяса. Ну вкусно, но я Роме на ухо говорю, я бы так не протянул долго. Был салат, была надежда, что там колбаса, мне показалось. Оказалось, этот, свекла. Ну ладно, говорю, хорошо, для желудка это полезно иногда, такую пищу. Но чем больше кушаешь, тем сильнее становишься. Вот и так же и враг. Чем больше мы его кормим, тем присутствие и влияние бесовское становится больше в жизни человека. Идем дальше. То есть разделить это нельзя. Это все переплетено. Дух, дух. Вот мы говорим, духи, духи и плоть. Дух желает противного плоти. Плоть противного духа. Потому что плоть тоже духовная. Иначе бы они не смогли пересечься даже. Смотрите, умирая для себя, побеждая плоть, я получаю также освобождение, потому что бесы теряют возможность ездить по рельсам в моей жизни. Вот крови, ну, кровь – это очень сильная субстанция в нашем теле, но ей нужны вены. Без вен она убьет человека. Это если происходит разрыв какой-то кровоизлияния в теле, человек умирает от этого. Нужны вены, чтобы кровь приносила пользу. Так вот, дела плоти – это вены для демонов, для бесов, чтобы двигаться в нашей жизни. Не обязательно мы ходим одержимые, там, голоса слышим. Их присутствие, их влияние оказывается. Сейчас вот я дойду до важных слов. Значит, умирая для себя, побеждая плоть, я получаю освобождение. Получая освобождение, получаю силу для победы над плотью. Еще больше. То есть это вот такой вот постоянный процесс. Теперь про семь злейших, помните? Сейчас, через наши дела плоти успешно действуют злые духи. Помните, мудрость земная, душевная, бесовская. Как поступают иногда, поступают христиане? Они говорят: ну вот такой у меня характер, вот такой я человек. Ну что поделать, вот я такой. И вот так отмазаться не получится, потому что мой характер дает место нечистым духам. С другой стороны, нельзя все свалить на дьявола, сказать, это все бесы, это же не я. Ты что напился? Да это бесы все, бес попутал. Я хороший, бес попутал. Но не получится же так свалить ни в ту, ни в эту сторону. Поэтому, когда человек говорит, что у меня просто плохой характер, он этим дает возможность духам присутствовать в его жизни через его характер. И нету плохого характера, знаете, вот как бы есть плоть, есть бес, а есть плохой характер. Нету такого элемента в духовном мире. Есть плоть и есть дух. Если мой характер плохой, значит, я плотской. Вот почему у меня такой характер. Значит, я с этим не разобрался. Значит, я смирился и живу с этими духами. И когда я на кого-то гневаюсь, я даю место демону кого-то атаковать через меня. Когда я прихожу на служение и устраиваю здесь ссоры и конфликты, я даю место демонам здесь портить жизнь другим людям. Это не характер дрянной. Да, это характер дрянной, да, но через него действуют духи. И человек за это несет прямую ответственность за свою жизнь.
Вот одна из вещей, о чем мы говорили вот много с Ромой, что очень сейчас сильно нытиков развелось в церкви. Нытики, все время недовольные, кто-то виноват им все время. Они, люди, не хотят ответственно взять за свою жизнь и разобраться со своими вот этими чертами характера плохими. Духами, которые они дают место. То есть отмазаться так нельзя. Почему во Христе имеет силу не обрезание, не обрезание, но новое творение? То есть, соответственно, новый образ мышления. Что такое изгнание бесов? Сколько раз, вот просто, я думаю, вы это видите, сколько раз я видел, как с человека выгоняют бесов, реально его колбасит, трясет, он такой потом встает, фу, говорит, фу, полегчало, вышел дух. И при этом его жизнь не поменялась. Он пошел, живет, как жил. Потом, через несколько месяцев, приходит снова на освобождение. Я это видел. Мы, помнишь, у нас эти были консультации. И этот товарищ там с ЮАР, ну не Дима, другой, иностранец, целый день консультировал какую-то тетечку у нас дома. Вот это мы раньше давали, сейчас в жизни не пустили бы никого. С бесами. И мы вот это с Галей по очереди переводили. Это целый день, с утра до вечера. Всю ее жизнь. И молились там, и это все вспомнили. Все она отрекалась. И она такая счастливая уходит. Ребята, через месяц та же торба, где была, там и снова скатилась. Дом приходит выметенный, убранный и незанятый. Незанятый. Пустой. О чем мы говорим? Говорит, пустая голова, пустой человек, ничего не... Это лень человеческая, это не черты характера, это человек лентяй, он не хочет над собой работать. Мы говорим, взяться за ум. Откуда это? Это начать свое мышление менять, работать над собой, прилагать усилия. И это тоже часть освобождения от бесов. Потому что если человек получил просто вот это вот физическое освобождение от бесов и ничем не заполнил себя, они придут семь злейших в его жизнь. И это происходит. То есть без изменения мышления, без наполнения иным чем-то приходит семь злейших. Как не давать место дьяволу? Лучше это не просто ходить. Брат один, помните, Миша был у нас, он рот скотчем заклеивал. И мы говорим, зачем ты ходишь с заклеем? Он говорит, жена так выводит, говорит, я просто не хочу давать место дьяволу, потому что я, если будет рот открыт, я ей отвечаю грубо. И ходил дома с заклеенным ртом, представляете? Ну, помогло ли ему, догадайтесь. Не давать место дьяволу, это не то, что там, свяжите меня, хочу там пить, хочу бухать, свяжите меня, чтобы я не бухал, да? Вот лежит связанный. Изменение мышления – вот что не дает места дьяволу. Наше мышление – это двери в нашу жизнь. Если они открыты нараспашку, туда будут заходить бомжи и гадить там. Вот заметили, только в доме пропадает дверь, его сразу какие-то бомжи, наркоманы, собаки там. Там становится помойка в доме. А если дьявол приходит, куда он все время ходил, а там дверь и замок висит, и еще там амбразура, и туда дуло высовывается. Тебе кого? А я хотел, вот как всегда, пошел вон, все, мышление поменено. И смотришь, жизнь человека меняется лучше даже, чем то, что от него молились и сгоняли бесов. Пока у них есть место, мы будем выгонять с человека беса каждое служение. Он будет снова туда возвращаться и возвращаться. Это бесполезно, пока это место не закроется для него. Итак, изменение мышления меняет, вот услышьте, изменение мышления меняет твой статус в духовном мире. Приходишь в магазин, понравился диван, а там написано, что продано. То есть ты не можешь уже его купить.
он уже, то есть статус его поменялся. В интернете ищешь модель там часов, а смотришь, нету, все, распродано, нету, недоступно. Изменение мышления меняет мой статус в духовном мире. И наоборот, если я тупею, глупею, лентяй, это как красная лампочка для духов, вот как куча для мух. Они ж и учуивают издалека и прилетают. Изменение мышления меняет твою доступность, открытость, то есть для чего ты открыт, для чего, кому ты доступен. Почему Дух Святой через меня не движется? Да я для Него недоступен. Мое мышление не позволяет Ему действовать и двигаться, и открываться мне. А бесы зато вот это ляпнуть, матюкнуться. С одним братом общались в одной семье. Я говорю, представляешь, вот у него дети, у нас дети. Я говорю, представляешь, наши дети растут, они никогда не видели папу пьяным, вот в стельку, обрыганным. И он, брат, говорит, да, слава Богу, да, дети наши не видели. Они никогда не видели, как папа с мамой матюкаются и ругаются. Он такой, говорит, ну как они видели? Наши видели уже. Я про себя думаю, ну мы не матюкаемся, то есть нет, я не слышал, чтобы Галя матюкалась, я тоже. А где-то, понимаешь, вот это еще вылазит. А кто это? Это вот духи, они дается им место, и с ними на их, то есть кто может проявиться через меня? Другой брат, там какая-то экстренная ситуация, он рабака-табарака. Вот, видишь, что-то вышло. Он доступен для Святого Духа в этот момент. А другой там ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. То есть там другой дух зашел. Мышление меняет твою доступность, открытость, коммуникабельность. Кто с тобой? Вот знаете, нам надо стать для бесов неудобными людьми. Вот есть люди, вы все знаете прекрасно, в любой жизни есть люди, с которыми не хочется общаться, он весь колючий, он весь такой, и вот мы такие должны стать для демонов, неудобные, лишний раз, чтобы его не просить ни о чем, лишний раз видишь, перешел на другую сторону, чтобы только с ним не пересечься, вот такими мы должны стать, а для Духа Святого наоборот, открытые в любой момент. Коммуникабельность, совместимость, вот это супер, когда ты становишься несовместим для демонов. Это все равно, что прийти, пытаться, я не знаю, помните, такие были вилки, 5 таких вот, ну, наушники такие вот раньше на проигрывателях. Такие 5 дырочек, штекер такой. И вот ты с этим штекером, да, пришел, а воткнуться негде. Уже везде современные разъемы, несовместим. И демон пробует, тык-мык, 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 а нет, не работает. И это меняет твою синхронизацию, с кем ты на одной волне. Короче говоря, Изменение мышления, оно намного эффективнее, чем просто изгнание бесов из человека, чем просто помолитесь за меня, выгоните. Помолиться, выгнать несложно, но если это ничем не занять, во-первых, станет хуже, а во-вторых, можно не молиться, а просто начать работать над собой. И дьявол просто, бесы просто будут терять, ты недоступен, ты несовместим становишься. Они вроде и хотят, ну понятно, может быть полностью недоступными мы еще не станем. Все равно где-то есть вот эти вот, где-то укололи, где-то неприятно, где-то, ну, но мы становимся очень неудобными. Как мы, помню, делали эти 5 вот этих, какие-то, помню, проводки привязывали. И вот это вот втыкали в новые разъемы. Но оно вот висит на соплях, все, еле-еле, кто-то чихнул, и оно все разорвалось. Вот такие пусть мы будем для бесов, что они даже уже там налаживают все, налаживают. А ты такой, аллилуйя, и все разрушилось. То есть они раз и оборвалось. Вроде что-то шло, и тут же оборвалось.
Вот так вот. То есть вот что такое прогрессивное освобождение и прогрессивное изгнание бесов. Это когда ты меняешь свое мышление, работаешь над собой с Духом Святым, то есть не давая места, превозмогая, я не знаю, что еще, делая шаги веры, идя вот за Духом Святым, слушая Его, взяв ответственность, не просто, я такой. Взяв ответственность, сказать, да не буду я таким, я не останусь сидеть в той луже, в которой сижу. Я не буду постоянно, знаете, вот как есть, представьте, у вас машина, которую надо постоянно с толкача заводить. Можно так жить? Можно. А можно поставить стартер или аккумулятор. Ведь есть, вот они привыкают, обоина висит дома отклеенная, за которой тараканы живут. И я просто удивился, когда мы были в одной семье, ну, с Галей, обоина висит. И через год я в той же семье, она также и висит. Вот, понимаете где? А что? Ну что? Ну висит же год. Ну тараканы там живут, какают, писают. Дальше, да, не рвется. Ну что нам? То есть, вот, нет, она не останется так висеть. Я не буду ходить вот этому вот, ну понимаете, я это должно измениться, вот что. И за это не Папа Римский, не Юра там Кузьмин, не Господь Бог, а я ответственен. И если я это не поменяю, я останусь сидеть в луже всю свою жизнь и молиться за освобождение. Нельзя изгнать глупость из человека. Глупость, помните, глупость человека извращает его путь, а сердце его негодует на Господа. Господи, а что ты мне не помогаешь, не благословляешь? Глупость – это вот как раз-таки не мудрость. Глупость – это то, что дает место дьяволу. Аминь. Господь, слава Тебе. Благодарим Тебя за то, что, несмотря на все наши косяки, глупости и заборы, в которые мы въезжали, Ты все еще имеешь дело с нами. Сегодня мы молимся, да, и за себя, но прежде всего за следующее поколение, которое идет после нас, чтобы нам подать им достойный пример жизни. Не только как христиан, но как людей. Достойный пример жизни, как надо решать проблемы, как надо проходить сложные ситуации, как надо жить в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваться, передать им этот опыт, передать им этот навык, чтобы в следующем поколении было меньше нытиков и слабых людей. Мы молимся, чтобы в силе Твоей, вопреки обстоятельствам, вопреки какой-то логике, поднялось новое поколение львов и львиц, новое поколение личностей, новое поколение героев Твоих, победителей, и прежде всего победивших себя и не возлюбивших души своей, даже до смерти. Тех, которые не ищут виноватых, но берут за свою жизнь ответственность и вместе с Твоим Духом решают любые вопросы, переходя от потребительства, выходя из этого брюха потребительства в сферу свободы, в сферу сверхъестественной жизни. Мы молимся и благословляем следующее поколение, которому мы сегодня готовим путь, чтобы они не просидели свои годы в тех ямах, где мы тормозили, тупили и оставались в то время, когда надо было давно уже уйти оттуда. Мы молимся за поколение людей с сильным мышлением, с широтой, высотой, долготой и глубиной, для того, чтобы быть широким каналом для Твоего Духа на этой земле, во всех сферах и во всех отношениях. Поэтому, прилагая все старание,
Да будем мы иметь показатели в своей вере, а не только слова. Добродетель, рассудительность, воздержание, братолюбие и все остальное. Мы молимся, Господь, как Ты сильный, как Ты тот, который не ропщешь, как Ты тот, который не ищешь виноватых, так да будем и мы, Господь, как Ты, уподобляясь Тебе во всем. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Вот эта вот черта, она называется великодушие. Вот есть малодушие, это как раз таки вот это. Кто из-за него, все слабо. Путин там, да. Этот как его виноват. Байден там, Трамп, все из-за него у нас, проблемы у меня. Колесо отвалилось у телеги, все, Трамп виноват. Великодушие – это быть в отчаянных обстоятельствах. Посмотрите, Иисус, его дружки, самые близкие, самые любимые предали. Предали. Как бы мы хотели к ним отнестись? Уху. Петр, а ну вон пошел, да, и Петр идет. Кто там Петр? Петр вон пошел, даже не подходи больше. Отрекся, крестился, да, божился, что не знает меня. Но что Иисус, его принял, накормил? Это ж вообще, было ли это для него так легко? Я не думаю, он тоже был искушен во всем. Он же человек, у него душа была. Его душа скорбила смертельно, значит, он мог чувствовать эту боль, отверженность, предательство. И он говорил, если возможно, доминует меня чаша сия, значит, тяжело было. Это не была легкая прогулка, действительно, это тяжкое было бремя. И он его принес. По крайней мере, к этому мы стремимся. Может, поэтому мы друг другу постоянно даем повод измениться. Подкидываем. Покрыть любовью, да? Но от того, что я кого-то покрою любовью, мне хорошо, а ему надо работать над собой.